Стадо коров сбил грузовой поезд под Уссурийском. Случай произошел на железнодорожном перегоне Барановский. На видео под колесами товарняка лежит несколько растерзанных туш животных. По информации сотрудника ЛОВД, когда специалисты прибыли на место, на рельсах осталось только одно рогатое. Куда делись остальные туши, неизвестно. Пастуха на месте не оказалось. Движению поездов этот инцидент не помешал. Движение составов продолжилось в штатном режиме.